дорогая подруга. С тобой снова я, Татьяна Дорофеева, основательница тренингового центра «Клуб женского совершенства». И сегодня у нас с тобой новое знание и новый шаг на пути к себе счастливой. Считается, что женщина должна вставать рано, ложиться рано или поздно, много работы, много забот и так далее. Мы говорили с тобой в прошлый раз о том, что ты должна быть наполненная, что ты должна быть сексуальная. А это энергия воды, энергия наслаждения, а также отдыха. Отдыха и спокойствия. И первое и базовое, то, что должно быть в жизни женщины, кроме эмоций и наслаждения, это достаточный сон. Поэтому следующее наше правило – это правило трех восьмерок. Минимум 8 часов спать, максимум 8 часов работать и 8 часов на себя, любимую, и на свою личную жизнь. Число часов на сон может увеличиваться. Ну, а, конечно же, количество часов на работу может уменьшаться, как тебе захочется, но только не наоборот. Потому что, когда ты уставшая, вся твоя внутренняя энергия, вся твоя вода высыхает, пережигается огнем напряжения. И тогда ты становишься усталой, сухой, с сухими глазами, с сухими жестами. Тогда мужчина перестает тебя желать, как ту, которая может вдохновить, наполнить, освежить, пробудить. Поэтому не жертвуй своим сном и своим отдыхом. Я думаю, что ты сама замечала, что когда ты отдохнула и выспалась, тебе хочется петь, танцевать, тебе хочется мужчину, наслаждений и так далее. Помни, три восьмерки, три бесконечности. Бесконечная молодость, счастье и сексуальность. Делись своими впечатлениями. До скорой встречи!